взорвал. Это был Алекс Кьюз. Итак, друзья, я смотрю, кто-то подустал и решил пойти домой. Может перекурить, а может, не знаю. Но, как ни крути, мы будем продолжать. Барышни, подойдите кто-то из вас сюда. Кто не стесняется, подойдите, не бойтесь. Вот смотри, я тебе задаю вопрос. Откуда? Откуда ты узнала об этом концерте? Виктория нашла. Есть замечательный человек такой в городе Григориополь, Олег Цибульский. Я не спорю. Это хороший друг для меня, для моей команды из города Тирасполя. Я буду тысячу раз благодарен этому человеку, потому что он нам помог действительно в организации этого концерта. Вот. Девушки, ну чего вы стесняетесь? Подойдите хоть ответить на вопрос. Или вы так и будете стоять? Или стесняешься сказать что-то в микрофон? Да, конечно. Вот смотрите, еще одна девушка в белом. Подойдите сюда, скажите, пожалуйста, откуда вы узнали об этом концерте? Еще раз. Но узнала об этом концерте из ВК. Социальные сети, да? Согласен, Оля. Итак, ребята, я не буду ни вас задерживать, ни себя. Поэтому мы продолжаем. На этой сцене сейчас появится Нива совместно с Тианой. Аплодируем! Я встречаюсь с тобой.
Многие из вас задаются вопросом, для чего нужен сертификат. Вот вам наглядный пример. День рождения моего друга. А это может быть и годовщина свадьбы, 8 марта, 23 февраля, День Святого Валентина или любое другое событие в вашей жизни или жизни ваших друзей. Вот такой вариантик мы вручаем имениннику. Он давно у нас хотел поучаствовать. Ура! Сертификатное участие в нашей игре. Твое желание сбылось. На одного человека или на двоих? На одного. Дополнение. Сибирского здоровья тебе. Море счастья. Океан любви. Да. И достатка в семье. Чтоб стол всегда был полный. И дети не там. И смотри в этом океане, смотри, не утони.